фанатичное убеждение. Поедание котлет создает в вас гнилостную микрофлору. Или самая гуманная жизненная философия. Сегодня ты ешь меня, а завтра я съем тебя. В чем разница между вегетарианством, веганством и сыроедением? И как выжить после изюмной диеты? Впервые бывшая жена самого одиозного сыроеда Рунета говорит об этом в эфире. Я совершила вообще большую ошибку. Мне не стыдно в этом признаваться. Есть ли жизнь без мяса у самых известных людей страны? Я никогда уже не смогу употребить пищу убитого животного. И система питания от самого скандального артиста. Помню, как с отвращением пытался засунуть в себя кусочек рыбы. Это будет полный джигурдец. Держите на тарелочке. Ни рыба, ни мясо, но вкусно. Вторник, 21:45 на Беларусь 1.